три сезона мы это исполняем в Петербурге. Вот выехали первый раз в Москву. Все балеты и все оперы сделаны по сказкам. Но в сказке ложь, там не намек. Добрый молодец, урок. Бал сказок. Проект, не побоюсь этого слова, миссионерский. Госпожи Орловой Натальи, который успешно идет в Петербурге. Вот первый раз на сцене Кремлевского дворца мы показываем этот спектакль. Знаете, здесь все очень хорошо срежиссировано, поскольку здесь есть и действительно много детских танцев, где выходят маленькие будущие артисты, да, на сцену и что-то там танцуют, показывают. Тоже у меня выходят уже профессионалы и танцуют более такие серьезные вещи. Поэтому в этом балансе, наверное, и создается такая некая сказка. Каждому артисту приятно участвовать в том, где есть какое-то творчество. Здесь всегда есть творчество, здесь вот программа меняется. То есть вот к этой программе я специально ставил «Океан две жемчужины». И в дальнейшем будет прекрасный балет «Сказка рыбаки и рыбки», который будет пройдет в Петербурге. Поэтому очень приятно участвовать в таких проектах.